Застывшее стекло как форма мысли, как форма чувства, форма бытия. Именно такими строками собственного сочинения российская художница Любовь Савельева ознаменовала свою персональную выставку, открывшуюся в Щелковском историко-краеведческом музее. На выставке представлены экспонаты из керамики и стекла. Также здесь можно увидеть работы в жанре стихографики, которая соединяет в себе элементы поэзии и графического рисунка. Сама Любовь Ивановна Савельева является обладателем большого многогранного таланта. Ее творчество лаконично и просто, но это лишь на первый взгляд. На самом деле каждая работа требует вдумчивого и внимательного рассмотрения. В каждом образе заключена глубинная философия, родившаяся в результате сосредоточенного созерцания окружающего мира. Вкладывая в созидание глубокий внутренний смысл, она воплощает в своих произведениях высокие идеалы – добра, любви и справедливости. Работы все в разных материалах. В общем, это было так задумано, потому что, понимаете, керамика, стекло, графика – это они неотъемлемы друг от друга. Это общее такое мое понимание мира. И это, конечно, мне вот хотелось выразить через пространство. Савельева награждена многочисленными наградами за свою художественную деятельность, а ее работы хранятся в Музее керамики и стекла в Кусково, в Государственном музее-заповеднике Царицына, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, а также в музеях США, Дании, Украины и других стран. Нам приятно, что часть работы из коллекции Любовь Ивановны, из ее личной коллекции у нас в музее. Мы были автором этой экспозиции, то есть составляли, работали как экспозиционеры. И нам было очень приятно, что Любовь Ивановна, приехав в понедельник, посмотреть, как расставлена экспозиция, практически не сделала нам замечаний. Художница не боится экспериментировать и объединяет совершенно разные материалы, благодаря чему она достигает необычных эффектов. Медные фигуры, помещенные внутрь стеклянного пространства, как будто парят в невесомости и живут своей особой жизнью. Несмотря на то, что основная ее любовь – это стекло, она на это не останавливается. Посмотреть на творение Любови Савельевой все желающие могут до 20 февраля включительно. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.